Первые снегопады не заставили себя долго ждать. Москву и столичный регион накрыло зимними осадками. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится еще несколько дней. Как люберецкие коммунальщики справляются с последствиями подарка природы, узнавала наша съемочная группа. Первый снег – красота и радость для детворы и работа в усиленном режиме для коммунальщиков. Одна из задач – обеспечить маленьким жителям беспрепятственный доступ к детской площадке. Ребенок маленький, выходим каждый день. Чисто, по крайней мере, всегда. Снега так нету, не валяется. Рабочий день дворников при таких погодных условиях начинается 5:30 утра. В первую очередь они избавляют от снега входные группы, затем расчищают тротуары и проезжие части. На участках, где недостаточно одних только лопат, подключается дорожная техника. Мы привлекаем моторизированную технику, это трактора МТЗ-82, МТЗ-320. Также они осуществляют свою уборку по придомовым территориям, по проездам. Уборка у нас проходит с периодичностью, которую устанавливает у нас закон. Это значит, после окончания выпадения снегопада в течение 12 часов мы проводим уборку всех территорий. А так работа эта постоянная, она цикличная и не прекращается. Под ведомством Люберецкого городского жилищного треста большая часть жилого фонда округа. Управляющая компания обслуживает 880 многоквартирных домов. Количество дворников, а это более 420 человек, достаточно, чтобы справиться даже с самыми обильными снегопадами. С замечаниями по качеству уборки жители Люберец могут обращаться в единую диспетчерскую службу. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.